Это не конфеток, ребят, это мы стали X2! Эй, Шарик! Эй, ты слышишь? А, что такое? Что случилось? А, что нам делать? Так, Шарик, а ну-ка вставай, тебе пора идти получать конфеты! Ура, конфеты! Так, ну что же мы сейчас найдем? Так, ребятушки, а мы сейчас идем за конфетами, поэтому вы, ребята, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так, что это такое? Чайка, смотрите! Это чайка, а что это с ней такое? Она в яйцо упала. Так, ну ладно, чайка это наш конкурент в поисках конфеточек. Ладно, погнали. Здесь, видимо, ребята, на планете Шарик. О, какой огромный квадрат! И за ним сколько огромного всего хорошего скрывается. Ура! Смотрите, целая тарелка конфет, а это мушка! Мушка розовый шарик. Так, привет, квадратик. Ага, ну тут мы просто можем пройти мимо. Так, а что же нас ожидает дальше? Вау, дабл джамп. Ага, смотрите, мы можем прыгнуть здесь дважды. Так, хорошо. Опа, есть дабл джампик. Так, отлично. А у нас есть еще... А, мы еще можем плеваться, ребята. Мы еще можем плеваться какими-то штуками. Так, а ну-ка давай шарик. Опа, опа, опа. А, там лианы, смотрите, мы цепляемся за лианы. А это, смотрите, гадкий квадрат растения. Так, получаем дополнительную жизнь и идем дальше. У-ху! Так, у нас, ребята, шарик, который умеет крутиться. Так, тут у нас опять чайка, не смотри на нас. Опа, оп, получай квадрат-монстр. Действительно, ребята, какой-то квадрат-монстр, с которым, видите, нам так пришлось сразиться. Ой, смотрите, а это что? А, ну это просто квадратик стоит. Так, босс там что ли будет? А ну-ка. А что с этим яйцом? Ну мы с ним больше ничего сделать не можем, ладно. Яйцо пускай стоит здесь, а это что? Это выход? Или что это? Почему? Что это такое, ребята? Нужно обязательно сюда зайти. О, ребята, бонусный уровень! Вот это классно! Так, здесь нам на время нужно собрать как можно больше леденцов. А вам, ребятушки, нужно поставить как можно больше лайков, поэтому вперед! Ну и подписаться на канал, естественно. Куда же без этого теперь? Так, забираем все конфеты. Уху! Так, давай, шаричек, давай, ты сможешь. Забери здесь все, что влезет в наш бездонный рюкзак конфетный. Уху! Так, давай. Вроде пока ни одной, а не одну пропустили конфетку. Давай. Время уже подходит к концу. Но вроде как мы успели практически, ребята, практически все конфеты собрать. Ну да, все, выход, смотрите. Уху! Так. Ну это просто шикарно. Опа, скатываемся. Ой, ребята, смотрите, розовый шарик тут держит в зубах, в зубищах. Смотрите, ребята, здоровенный шарик. А это розовый шарик. Он нам поможет наверняка, да? А ну-ка, получай. На. И нам дополнительный кристаллик дали. Кристаллик сахара. Сахар, ребята, это тоже кристаллы, если вы не знали. Так, ну что же. Давайте уничтожать эти вот растения квадратющие, злющие. Ой, покоцал нас немножко. Но сейчас мы с ним разберемся. Все отлично, ребята. Так, теперь тут две чайки. Три-четыре чайки. Хоба. Все, отправляйтесь обратно в свою скорлупу. Хе-хе. Так, ну что же, тут нам давайте забегаем сюда. Ждем. Опа, сюда идем. Так, что у нас дальше? Так, опаньки. Опа. Отлично, смотрите, пещера с плачущим водопадом. И все, уровень пройден, ребята. Так, и еще 10 кэнди конфеток нам дали. Так, ну что же, мы, ребятушки, прошли почти идеально 178 из 205 кристалликов. Вот это мы молодцы, ребята. И наш шарик продолжает
путь. Нелегкий путь, ребята, поэтому вы обязательно, я напоминаю вам, не забывайте ставить лайки. Это очень важно. И главное, подписывайтесь на канал. Это тоже... Ой, что это такое, ребята? Смотрите, какой квадрат. А ну, получай. На тебе, на. Хе-хе-хе. Так, победили мы и этого квадрата. А я хочу, ребята, собрать вообще все, что только возможно, ребятушки, конфетки. Так, здесь нам пояснили, что мы, ребят, мы вот такие молодцы, можем... Опа! Подбирать! На! Вот этих вот квадратов! И они будут прокатываться здесь. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите, какой... Тихо-тихо-тихо. Квадрат. Непонятный какой-то. Так. Ой, не-не-не-не, подожди, пока это что... А, она не упадет. Окей. Так. Собираем вот этот вот приз. Или что тут должно было нам красный... Ой, розовый шарик нам помог. Ребята, это же динозаврик! Это же наша... ну, как сказать-то... Да-да-да-да, мы знаем, что можно кататься на этой штуковине. Вперед, ребята, вперед! Уху! Так, да, мы можем... Ой, смотрите, какие квадраты! Огненные! Уху! Так, и зеленая. А, ну что ж, поднимаем и это... А, это нам... дополнительная жизнь. Так, еще одно яйцо. X2 конфет. О, это не конфеток, ребят. Это мы стали X2. Вот это посмотрите на этот шар. Он огромен, просто невероятен. Ой, мы сбиваем здесь все и всех квадратов злющих, призлющих. На, получай. Смотрите. Ой, все, закончилось, ребята, закончилось. Все, покатились теперь против чаечек этих. А то они наши конфеты все заберут. А я знаю, ребята, на пляже, когда гуляешь, чайки бывают наглые такие. Заберут у тебя все конфеты и все. Поэтому нужно их уничтожить. Оба. Все, закончился наш, ребята, супер режим. Все, теперь в обычном режиме идем мы. Так, бац. Вот видите, их можно нашими такими вот, не знаю, мятными конфетками уничтожать. Да, можно напрыгивать на них. Но мятные конфетки, конечно, это безопасней. Ах ты, гад такой. Ну, Жизнь потеряли, ребята, нет! Ничего, у нас они еще есть. А, вот с чекпоинта мы начали. Что, опять мы все это будем проходить? А, ну тут уже пусто. Я думал, нам опять будет. А нет, вот, смотрите. А, что это такое? Что это такое, ребята? О, это же мегапушка! Ребята, это наша фичка-хранительница. Вы только представьте. Да, смотрите. Она всех вокруг превращает в конфетки. Так, шарик, давай, быстрее. Нам нужно все успеть. Ой, все, улетела наша феечка. Ну ладно, что ж. Давайте, бац, так, бац. А ну, может, тут где-то какой-то секретик? О, да, ребята, секретная комната. Как знал, вот просто как знал. Не зря этот тупик здесь такой подозрительный. Здесь спрятано очень много конфеточек. И там еще сверху что-то. Так, как это так? Как нам вообще найти все эти конфеты, ребята, спрятанные? Припрятаны. Так, ну ладно, мы идем вперед. А, это квадрат красный, но он нам помогает. Он нам помогает, ребятушки. Батутики! Так, и нам за время нужно собрать как можно больше конфеточек. У-ху! Ребята, пишите в комментариях, какая ваша любимая конфета. Вау! Вот это да! Так, мы здесь все собрали. Ну, прям, я не знаю, идеальный уровень, можно так сказать. Просто невероятно. Но он уже скоро подходит, наверное, к концу, да? Нет? А, потому что он уже очень длинный, кстати говоря. Так. Он обычно начальный уровень, ребята, очень-очень коротенький. Но этот, видимо, непростой. Ой-ой-ой, смотрите! Гигантский квадрат-уничтожитель! Пам-пам! А тут много-много. А, кстати, давайте... Подождите, мы же можем брать это яйцо, так, и кидаться ним, точно. Ну, я не знаю, за это нам дают какие-то очки? А ну-ка. Нет, за это нам что-то ничего не дают, то давайте уходить. А раз ничего нам не дали, так, ой-ой, нас зажали в тупик. Опа, так, опа, получай, негодяйчик. Хорошо, ребята, мы все идеально тут проходим.
Так, эту штуку мы не берем. Итак, ребята, 113 из 31 конфетки. Ну что ж, на этом мы и остановимся. А вы, ребята, обязательно поставьте лайки и подпишитесь на канал. С вами был Flavius, adios amigos!